И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на вторую серию. Прорываемся за Себастьяна Феттеля на какой-то трассе на 50% дистанции на ботах со сложностью 107. И на сей раз у нас Бельгия, потому что дальше у нас Формула Зеро. Формула Зеро у нас Бельгия, значит, надо прокатиться 50% дистанции так, чтобы получше узнать трассу. Трасса имеет две зоны ДРС, 19 поворотов, и трасса длиной 7004 метра. Самая длинная трасса в календаре. Есть огромные перепады высот, но и Бельгия — это просто одна из моих любимых трасс. В принципе, тут у меня темп должен быть хороший, потому что я готовил к Бельгию Каору целую неделю, поэтому я должен сесть поехать, в принципе. И, если честно, так скажу по секрету, на первой тренировке, которую я просто вот сел-поехал, я почти так же поехал, как в Ауре в квалификации, только вот я тогда готовился, а тут я не готовился. Ладно, у нас, мы сейчас переместимся на стартовую решетку, потому что, ну, нет смысла смотреть на Вальтери Боттаса, который пожимает руку своему механику. Красивые планы спа, все дела, но это всего лишь 1080p, не 4K, значит, это нафиг никому не нужно. Роберт Кубица, 19-я позиция, ну, Вильямс, Кубица, Куба Роба, в принципе, немного не смог на этот раз. Очередной раз. Ладно, у нас стартовая решетка. На первом ряду у нас, в принципе, ничего удивительного. У нас два Мерседеса, только на сей раз у нас Боттас на пол позишн. Дальше у нас Шарль Леклер, Макс Верстаппен, Алекс Албон, Серхио Перес, Хюлькенберг и Рикьярдо, Кими Райкен и Кевин Магнуссон. Опять-таки, дефолтная стартовая решетка для 2019 года. У нас все еще не начался сезон 2020, но вот мы начинаем кататься за Себастьяна Феттеля. Да, он будет еще в следующей игре, но ладно, пофиг, в принципе. Тактика Soft Medium, ничего особенного, никаких других тактик тут нету. В принципе, просто сливаем топливо и отправляемся на стартовую решетку. Топливо тут, да, тратится, но на плюс 2 круга, если заправляешь топливо, то его должно достаточно легко хватать. Питстоп будет где-то начиная с 7 по 9-10 круг. В принципе, софт тут не должен так сильно уходить. Ну и, в принципе, погнали. И у нас Гаслани стартует Гран-при Бельгии. Очень хороший старт у меня получается относительно ботов. Ну, обычно я просто сливаю, а тут я стартовал наравне. Теперь поворот, пытаюсь найти место, но, в принципе, как обычно, снос, потому что Феррари, потому что холодный комплект, потому что я на грязной траектории. Выхожу пока что на 17-ю строчку и атакую Романа Грожана в красной воде. Выглядит страшно, да, и звучит тоже. Но я его прошел, вышел на 16-ю строчку и полетел уже с Ландо Норрисом, потому что крылья у меня достаточно низкие, и против ботов напрямую мне достаточно легко ехать. Не нашел себе места, где бы его пройти, решил проследовать за ними позади. Ну и тут они, конечно, притормозили, решил я где-то найти себе местечко, попробовал атаковать по внешней, но Норрис сам атакует уже Джовинацци, и из-за этого просто я ничего не могу с ними сделать, я стою на 16-й строчке. Вот так вот боты меня надурили. Ну и, в принципе, давайте посмотрим на повтор старта, где у нас Вальтери Боттас сливает Хэмилтона. Готовится уже к 20-му сезону, видимо. Так же, как и Леклер, сливают почему-то Ферстаппену. Да, в принципе, ничего особенного. Леклер уже начинает сливать Рено, Албон сливает Рено. В принципе, Рено просто должна доминировать на этом этапе. Если смотреть на реальный сезон, то у нас Рено тут хорошо достаточно выступили. У нас тут Макларен хорошо ехал, и у нас Торо Россо тут достаточно хорошо ехали. Но эта игра, тут совсем все другое. Три в ряд, кстати, после прямой. Верстаппен попытался выйти в лидеры, и получилось так, что он вообще стал вторым, а Боттас с пола опустился на третью позицию. Короче, пресейв, продолжаем первый круг. Пытаюсь найти место, где бы пройти Джовинацци, пытаюсь нырять внутрь. Но не получилось, не получилось, однако, если Васитакоса Компетиционе все получается против ботов в этом месте, то тут нет, ни хрена не получается, и Джовинацци остается на 15-й строчке. Но на прямой, конечно же, я подрубаю свои магические режимы и начинаю просто
их догонять, потому что мотор Феррари прям слишком хорош. Чтобы его не пройти тут в повороте, я не помню, как он называется, вроде это Пуйон, если я не ошибаюсь. Или Пуйон — это другой левый скоростной, который во втором сегре. Короче, я забыл, как называется поворот в спану. Короче, я его не проходил в этом скоростном левом повороте, прошел в шпильке, вышел на 15-ю строчку, поехал за Норрисом, которого я не смог пройти на прямой. Найс, просто. У них подрублены сейчас все режимы, они высаживают все топливо и ЕРС-ку, поэтому и с ними пока что сложно. Но под конец второго, в начале третьего уже все устаканилось. Я прошел сразу двоих, кстати, в автобусной остановке. И Норриса, и Гасли по внешней траектории полетел уже за Сайнсом, которого надо будет легко проходить уже на прямой. В принципе, проблем с этим не будет, потому что, ну, отрубают они, как я уже говорил, все свои режимы, и я начинаю над ними доминировать, особенно на прямой. Мерседес Льюиса Хэмилтона уже уезжает, Шарль Леклер, Макс Верстаппен и Вальтер Босс едут друг за другом. Получаю, кстати, единственное свое предупреждение очень тупо на третьем круге в красной воде. Прохожу уже Сайнса на прямой в начале, и Магнусона я тоже смог пройти поздним торможением, а передо мной тут просто 4 пилота очень медленно едут. Я решаю, а почему бы их не попробовать пройти? Они смещаются почему-то на внутреннюю траекторию, и я по внешней траектории чуть ли троих не прошел. Прошел сразу двоих, но Кими Райконен просто меня выдавил нахрен. Я такой типа, а, ну я понял, давайте я тогда с вами тоже буду так же бороться. Получилось пройти только Рикьярда. Ну а Райконена я не стал с ним церемониться, так как он меня выжил. Я его тоже оттеснил, прошел, оставил ему минимум места просто. И в принципе с ним разделался. Хюлькенберг и Строл отлетают тут же, они почему-то едут по центру трассы, оставляют мне траекторию, и я по внешней траектории прохожу сразу двоих, выхожу на седьмую строчку. Перед нами Албан, который плетется за Пересом, к ним я уже подъехал на пятом круге, кстати, за ними я, кстати, застрял. Албана я специально тут не атаковал, даже отрубил режимы, ехал даже не газ в пол, но по внешней траектории прошел его так же, как и Хюлькенберга и Строла. И передо мной уже Серхио Перес. Его надо будет сейчас аккуратненько пройти напрямую. Этот Racing Point напрямую, кстати, достаточно быстро в Канаде, мы это видели. Но все-таки надеюсь, что в моих всех режимах хватит, чтобы наверстать где-то, ну, по ощущениям, тут десятки 4-5. И надо будет его спокойно пройти напрямую, получив классный слипстрим с ДРС-кой и поставить лучший круг, пользуясь этим. В принципе, это идеально получается, тупо скорость 342 км/ч, поставил лучший первый сектор и вышел уже на пятую строчку, поехал уже за Боттасом, который уже прошел Леклера к моменту, когда я догнал, собственно говоря, Леклера на восьмом круге. Шарля я прошел, у него было сломано крыло слева, я это только сейчас заметил на самом деле, в момент обгона я этого не заметил, вышел на четвертую строчку и поехал за Ферстаппеном и Боттасом. На девятом круге Макс Ферстаппен сворачивает на пит-стоп, я еду за ним, вообще по стратегии я должен был заезжать на седьмом-восьмом круге, но заезжаю я на девятом, и за мной заезжает Леклер. Просто гениально, тактика Феррари в деле, в принципе ничего особенного. Хэмилтон уже выехал из боксов, Леклер ждет, у него еще и замена крыла. Короче, он... все, я ему испортил гонку. Ну и он сам себе испортил поломку крыла. Выезжаю прямо позади Ферстаппена, выезжаю на седьмой, восьмой даже, нет, седьмой все-таки позиции. Выезжаю позади Ферстаппена, поначалу мне казалось, что это достаточно далеко, но подрубил все режимы, попав в зону ДРС, он, кстати, в ДРС-ку не попал. Я подрубил все режимы, после красной воды к нему достаточно быстро приближался, получил идеальный слепстрим на ДРС и просто спокойно, как стоячего, его объехал, вообще без проблем каких-либо. И вышел уже на шестую строчку, передо мной Ника Хюлькенберг, который еще не заезжал, и Лэнс Ролл, который тоже не заезжал. С Никой Хюлькенбергом я расправляюсь достаточно легко, опять-таки, как стоящего его объезжаю. Строл был поначалу достаточно далеко, но из-за того, что у него изношенный комплект, он был очень медленный в автобусной остановке, я его даже поддел немного, уперся в него передним крылом на симуляции. Я бы его, скорее всего, сломал бы, но полные повреждения более реалистичны, потому что в реале, сколько я видел, что
пилоты поддевают друг друга сзади, крылья у них не ломаются. После пит-стопа я выезжаю прямо на хвосте у Вальтери Боттаса. Я специально его тут не обгонял до зоны детекции ДРС, чтобы взять ДРС. Почему у меня с вайтсовером все очень плохо? Но ладно, короче, я его прошел с ДРС-кой спокойно и поехал уже дальше за Льюисом Хэмилтоном, до которого достаточно далеко. Ну, на 15-м круге я его уже догнал, подрубив все режимы, я его легко прошел на зоне ДРС. И начал просто не то что отъезжать, мы просто ехали в одном и том же темпе, даже учитывая то, что у него было ДРС. То есть, чтобы вы поняли, он с ДРС у меня где-то 1/10 только отыгрывал за всю прямую. Под конец я вообще начал штамповать лучшие круги. Комплект медиума не износился даже на 50%. То есть, вот, вы понимаете, какой тут мизерный износ. Но Хэмилтон уже больше, чем на секунду отвалился только под конец дистанции. До этого он тусовался у меня в 7-80-ках, и, в принципе, я был не против. Побеждаю в Гран-при Бельгии за Себастьяна Феттеля. Все классно, офигенно. И, в принципе, что тут сказать. Вторая победа с последней позиции за Феттеля. Здорово. Надеюсь, так же будет в 20-м сезоне, потому что... Да, я болельщик Феттеля, это, возможно, все уже знают с 2015 года. Короче, Маттиа Бинотто снова радуется, правда, нету дубля, Шарль Леклер провалился в этой гонке прям очень далеко. У нас два Мерседеса на подиуме. Шарль Леклер провалился вроде до 5-й позиции, или даже до 6-й, я не помню. У нас показывают Антонио Джованацци, который приехал очень далеко. И... В принципе, что тут сказать? Ничего, в принципе. Я также еще показал потом времена своих кругов. Он у меня, кстати, вот, подстёсано немного переднее крыло спереди. Это достаточно сильно видно, как у меня просто спереди там все откусано. Возможно, это из-за контакта со стролом как раз-таки. А возможно, просто на первом круге. А возможно, по ребрике. Кстати, в этой формуле ж можно сломать крыло по ребрике, кто не знал. Так что... В принципе, это может быть, кстати, из-за этого и быть. Также на момент выхода этого ролика уже показали 20-ю формулу. Я вот ее жду, записываю это видео именно потому, что мне делать нечего. Потому что, ну, да, я зажравшийся человек, у которого нет никаких дел. У нас 4-й доезжает Макс Верстаппен, потом Албан, потом Леклер, только 6-й. Потом Строл, Сайнс, Райконен и Нико Хюлькенберг замыкает топ-10. Один сошедший Серхио Перес, он сошел сразу после выезда из битстопа по факту. Ну и в директоре гонки вы можете посмотреть мои времена кругов, кому это интересно, опять-таки. Но это Феррари, я скорее всего в СПА, в Формуле Zero поеду быстрее по временам кругам, потому что там болид сам по себе быстрее. Достаточно хороший круг я собрал, второй сектор был идеальный, ну и третий, там совсем маленькие различия. Ну и на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока и до встречи, наверное, в пятницу. Второй раз я это говорю. Ладно, всем пока.